Всем привет! Я задолбалась копить на Рекса, я очень хочу Рекса и Церу, и я решила, что проще задоначить. Сейчас я буду доначить вот это вот комбо за 1200 рублей. Я получу 100 тысяч монет и 600 гемов. И мне в итоге хватит и на Церу, и на Рекса. Вот. Сейчас будем доначить. У меня, короче, Сбербанк нужно обновить. Сейчас обновлю и вернусь. Ждем. И... Да ладно, все. Сейчас сяду на трамвай, поеду домой и будем тестить Рексов. Вот, чекайте. 125 тысяч мне хватает на Церу. Вот. И все. Топ и топ. Все, короче, я вышла из трамвая. Смотрите, какой он клевый. Просто вот Рекс — это моя мечта. Рекс и Цера — это моя мечта. На первом месте у меня стоит Рекс, на втором Цера, на третьем Гига. Вот, кстати, у меня Гига есть. Вот она. Сейчас будем покупать Рекса. Я такая счастливая на самом деле. Все. Да ну в жопу, серьезно. Ой, какой ты красивый, братан. Вообще просто. Так, первого купили. Вообще сейчас счастливая, капец. Сейчас будем искать. А, я уже куда-то не туда. Короче, ищем нашу Церочку. Вот она такая прекрасная стоит. Дожидается меня, пока я буду за нее играть. Все. Капец, я такая счастлива на самом деле. Вот на нее скины. Буду копить на скин Церы. И все. У меня есть 3 апекса. 3 хороших, годных апекса. В том числе Т-рекс. Ужас, так рада вообще. Ладно, всем удачи, всем пока, если что. Скоро будет видос по игре за этих 3 динозаврах. Ну, навряд ли за Гигу, конечно, так что за 2, потому что за Гигу я устала играть. Постоянно за нее играю. Вот, короче, ждите видео по поводу Т-рекса, по геймплею Т-рекса и за Церу. Все, всем пока.